А ты умеешь сливаться с фоном, Гало. Я должен оставаться в тени. Знаешь свое место. Что ты выяснил? Обмен через 2 дня. Это будет рядом с Саграда Фамилия. На политическом митинге? А при чем тут реалитат? Радикалы хотят пошуметь. И я точно не единственный, кто знает. Масса критическая. Нужна группа быстрого реагирования. Нет. И так уже много напортачили. Мы не можем раскрыться. План тот же? Да. А я буду в тени, а ты впереди. Знаешь свое место. Ты мне мешаешь. К счастью для тебя. Это румынский. Был у Филиппы. Первый шанс. И он сунул бы его тебе в спину. Вали. Вали. И что теперь? Я нужен тебе, Луми. Возможно, ты прав. Да! Что? Филиппа был дебил! Который со всеми нарваться успел. Лантос, Чулос, румыны. Теперь они все на нас накинутся. О, ну тогда да. Слушай, ничего не будет, пока мы не скажем. О чем ты говоришь? У меня есть связи в 3 главных бандах Барселоны. Я могу натравить их друг на друга. Последствия будут еще те. Иногда контролируемое столкновение – лучший выход. Мы с Хавьером приготовим все необходимое. Оставляю разборки с бандами тебе. Будь осторожен, Майло. С этим придется повозиться. Посвятила меня в твои планы. Я было решил, что ты выжил из своего жалкого ума. Потом прикинул, сделал пару звонков и понял, что ты рехнулся. Но это может сработать. Стоит того. Только обойдись без... Чтобы не привлекать внимания. Вот что. Дело в том, что с тех пор, как ты тут появился, большая тройка совсем рассорилась. Боссы потеряли своих помощников. Че, Сорина и Филиппа, и банды разваливаются. Тут у нас сплошное двоевластие. Начать заваруху не составит особого труда. Все лезут в драку. Хотят показать, какие они крутые. Банды подозревают друг друга в убийстве своих главарей. Конвенции нарушены. Осталось чуть подтолкнуть. Возьми байку Каналес и проедь мимо Лантос. Угони лимузин у Лантос и разнеси что-нибудь у румын. Возьми у румын внедорожник и влети в какой-нибудь из точек Чулос. Да что угодно, просто используй тачку одной банды против другой. Делай это почаще, только не оставляй следов. И будет тебе война. Лучше всего втянуть все 3 банды в 1 разборку. Но, боюсь, это не под силам даже такому изобретательному ублюдку, как ты. Оставь это мне. Paso el metro, está demasiado lleno. ¡Hey!
Debo de buscar un escondite. Esto no me está sucediendo a mí. Лос Чулос открыли автосалон. Точно? Отличные тачки. Высший класс. Ке? Ке? Лос Путо Мадрес Перос думают, что могут лезть в мои дела? Нельзя торговать машинами без машин. Я слышал, охраны у них немного. Сможешь справиться? Нет? Смерть королю!
затерлись на моих улицах. С радостью сообщаю, что мы их потихоньку прижимаем. Вот как это должно быть. Лос-Ландос выгоняют со своих улиц всякое отродье иммигрантов. Теперь начинается новая эпоха. Ты и я, Мило, этот город наш. Я слышал, ты набираешь людей. Планируешь что-то провернуть на стороне? Ставо, твои дела — это твои дела. А мои дела — мои. Мне новые конкуренты не нужны. Так отделайся от них. Ладно, конкуренции не будет. Это для нас обоих хорошо. Начни с румын. Они для тебя сейчас главная угроза. Они крышуют, и это их слабое место. Хорошо, хорошо. Тогда будем их мочить. Забери у них все. Это твое.
Знаешь, я всегда думал, что румыны крутые. Похоже, я ошибался. Не думал, что без Чемы так легко управимся. Ты пришел, и все стало по-другому. Чулос рулят. Продолжай в том же духе. Казино Лос-Лантос – это хорошее прикрытие. На вид законно. Так Пауло и хочет. У него турнир по покеру. Большие ставки за каждым столиком. Это значит, что стоянка набита крутыми тачками. Ты можешь нормально заработать, продав их у себя на родине. Отличная идея. Охрана у него просто никакая. Пусть твои люди там пошумят. Я займусь остальным.
хочу устранить Лантос. Они вчерашний день, Майло. Прошу тебя, уничтожь их.